Всем привет, ребята! Вы на канале Game No Rules. Продолжаем проходить игру под названием Assassin's Creed Черный флаг. Это четвертая часть, понятно, ассасина. Итак, в прохождении, если не ошибаюсь, восьмая, и мы движемся дальше по сюжетной линии. Посмотрим, что у нас ждет впереди. Здравствуй, Эдвард! Куда нам дальше надо? Капитан на вахте! Выйти в море, окей. Я не знаю, конечно, что нас дальше будет ждать. Эй, капитан! Мы тут нашли морские карты и регистры. Они были в деревне. Мы отнесли все в каюту капитана на галке. Нужные вещи. Морские карты и регистры? Пригодятся. Если решимся создать свой флот. Я тоже так подумал. Взгляни на них и скажи, что думаешь. Мне понравилось начало, как он начал говорить, что типа мы занесли капитану галки. И типа, блин, а я ж капитан. Ёпта. Какого хера? Вау. А, это надо покупать, да? Эцио Аудиторе. Это первый, как его? Первый ассасин, да? Слушайте. Окей, мы не будем ничего менять. Вот. Останемся вот в этом. Короче, какая-то хрень. Ни хера не понял. Очень интересно. Так. Какая наша цель на данный момент? Давайте посмотрим. Недалеко вообще надо плыть. Слушайте, вообще не указано. Это круто вообще просто. Ну, какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Так, какие-то улучшения доступны. Ну, похер, короче, примем. Шторм, сэр! Плохо дело! Ой, хер с ним. Нам не впервой. Вот. Прикольно, что шторм не только нас будет ебашить, но и противников. Поэтому нам максимально, конечно же, везет. Слушайте, везет-то везет, но я же плыву прямо на остров какой-то непонятный. Поэтому уходим. Можно, кстати, еще здесь остановиться, забрать сундучки. Убавить лиселя!
Нагитовые! Давайте причалим. Паруса спускать! Убрать кроты! Я, в принципе, могу причалить, тебе позволить. Вот, посмотрим там, что за задание, конечно же, будет. Тоже прикольная крепость. Какой-то замок такой. А я не могу, да, забраться. А почему? Бля, жаль, конечно. Если как-то разбомбить. Хотя вон я вижу, можно пробраться, окей. Не будем тогда, не будем терять времени. Плывем отсюда. Плывем дальше. А, я думал, конечно, капитан, что... Спустить паруса, ловим ветер! Я надеялся просто, что можно подняться и быстро два судучка забрать. Отдать все, вперед! Ну, в принципе, нормально. Отдать маршали и бомбрамсали! Я не знаю, работает ли это максимальной скоростью, но... С одной стороны, плохо, что надо вот огромное расстояние проплывать. Ну, мне просто не вот, например, максимально неинтересно вот то, что сейчас я делаю. Спасать я не буду, толку этого нет. У меня так максимальная команда. Типа, что, я в бой вступлю? Бля, я сам себе хп потерял. Я в бой вступать не буду. Впереди враг, сэр! Линейный корабль, сэр! Вроде оторвались, сэр. С него можно, кстати, неплохо так зафармиться. Но я пока не готов вступать в бой, если честно. У меня очень слабый корабль. Так, выворачиваем. Ну, можно было и обойти по дальке, но раз так, я бы выиграл в любом случае, потому что я бы перестреливался через вот эти скалы, то есть я бы не вступал в прямой контакт. То есть у меня бы так бы преимущество было бы лучше, мне больше. Так, ну сейчас, наверное, придется вступать в бой. Крепче держи. Держите штурвал, сэр! Цельтесь в башни! Пли! Маневрируем! Они открылись! Вдарьте-ка по ним, сэр! Ударим по этим башням! Образцов ветрей к ветру! Расстреляют! Пли! Держитесь! Ударим по ним здесь, Кэп! Пли! Готовы бить, сэр! Пли! Там у него уязвимое место, сэр! Пли! Пли! Этот отсек надо перестроить! К ним подходят еще силы! Пли! Нас протаранят! За нами корабль! Паруса отдашь! Лисели поднять! Убавить паруса от пули! Стреляют, сэр! Пли! Сал! Там у него уязвимое место, пли! Сэр! Пли! Пли! Ударим по ним здесь, Кэп! Сал! Пли!
Садите-ка в них залп, капитан! Пли! Они открылись! Дарьте-ка по ним, сэр! Пли! Мы подбиты, нужно, но выстоим! Нужно еще парусов! Накидывай! Стреляют, сэр! Удар! И корабля у нас нет! Пли! Мы на прицеле! К бою готов! Пли! Черт, вы спятили! Залп! Пли! Да. Я вообще без понятия, как тут выиграть. Типа, что так надо было? Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Слушайте, Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Я просто не понимаю, если... в бой не надо вступать, зачем я вступаю? Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Ну, я не готов, я о чем говорю, справляться с таким форпостом. Они просто меня в пух и прах разнесли, и я при этом ничего не смог им сделать абсолютно. Я не успею, наверное, блин, там 4 корабля. 5 кораблей. Вообще, конечно, мне повезло. Ну, похер. Если это была не главная цель, то нормально, плывем дальше. Так, интересно. Интересно, сколько еще плыть и куда вообще. Так, надо как-то обойти этот мелкий остров. Ну, типа, можно стрелять еще с передних пушек, да? Ну да. Слушайте, это будет вообще самая такая неинтересная, наверное, часть прохождения, если честно, даже мне вот. Я играю, и мне дико это напрягает. Вообще ничего интересного, я просто тупо плыву, и бы сколько там, 10, наверное, уже. Хер знает куда, хер знает зачем. Я, кстати, наверное, понимаю, почему эта дальше часть, вот о кораблях не зашла. Пли! Живее, подонки! Готовы стрелять, сэр! Похоже, враги, Сам! Сэр! Уходят! Стрелять! Куна! Пли! Испанцы! Кажется... К бою готов, сэр! Фок на Гитовы! Сосредоточьтесь, капитан! Пустить паруса! Залп! Только скажи, хороший залп нам поможет! Пли! Отдать гроты по ветру! Больше парусов давай! Пли! Осторожней, капитан! Готовы, сэр! Рифить все морселя! Капитан у руля! Смотри, что делаешь! Типа что? Вообще ничего не дало. Свободу гротам! Бред, короче. Грот отдать. Бред, я ничего не получил с этого, то есть... Чтоб каждый парус наполнился ветром! Давай, красотка, расправь крылья! Я хотел захватить и немножко подфармить. Но ничего не получилось. Короче, тупая вот эта идея. Стрелять из передних пушек.
Меньше гор! Живее, ребята! Удачная позиция! Залп! Жду приказания! Блин! Подходящий дистант! Впереди нас, сэр! Шхуна! К бою готов, сэр! Блин! Кэп! Удачная позиция! Залп! Блин! Хороший залп нам поможет! Блин! На абордаж, вот. Наполни каждый дюйм! Марсели, Брамсели отдать! Спустить бомб Брамселя и Марселя! Нагитовы! Живей! Живей! Эгей! Ну что ж, идем на абордаж. Много не зафармим, но и, ну, хоть что-то это. Это обороняйте полно, трипаш! Обороняйте полно! Отлично! Поймать ветер! На ванты, живо! Плывем дальше, немножко зафармили. Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все наверх, поднять паруса! Вот, потом будем качать. Надо будет посидеть и просто тупо поплавать, покачать. Вот, ну, это вот на максимальный минус, то есть, что... Ну, в принципе, эти бои не очень вот так вот интересные, но тебе просто нужно это делать, чтобы проще было проходить по сюжетной линии, вот и все. То есть мне, лично мне просто интересно пройти именно саму сюжетку и все. То есть посмотреть, что там, какая история вообще ждет этого персонажа. Я даже вот в этой части, наверное, ничего не выполнил, вообще ни одного задания. Это бред. Я, если бы знал, я бы, ребята, просто плыл бы и не начинал бы запись. Серьезно. Вообще интересно, ничего не будет. Сэр, справа! Кто-то с разбившегося корабля! Так, против того корабля я не знаю, вывезу ли я. Ладно, пока вступать в бой не будем. Что там уровень какой максимальный? 23-й. А ну, где же проклятый мальчик? Ну, в принципе, не очень сильно. Интересно, если я спрыгну в воду, это будет максимально, наверное, пиздец. Люди готовы! Только свистните, капитан! Кстати, можно сейчас что-то захватить. Попробовать, почему бы и нет? Какой-то корабль взорвался. На абордаж получится взять, нет? Это, наверное, уже было сражение, да? Поверь, парень! Скоро может начаться шторм! Тут частые вражеские патрули, капитан! Блин! Убавить паруса от бури! В бою, парни! Военный корабль, Кэп! Блин! Ударим по ним здесь, Кэп! Залп! Назад! Блин! Они открылись! Дарьте, господин, сэр!
Держись! Разобьете корабль, конвой? Накидывай! Залп! Они открылись! Вдарьте-ка по ним, сэр! Вы! Садите-ка в них залп, капитан! Они вы! Это сектор неисправно! Залп! Бли! Там у него уязвимое место, сэр! Бли! Бли! Ударим по ним здесь, кэп! Бли! Осторожнее! Мы сейчас развалимся на части, капитан! Бли! Нам скоро крышка, Эдвард! Бли! Поймаем ветер! Готовы стрелять, сэр! Паруса отдать! Круче к ветру! Они стреляют! Больше нас подбили! Да. И уйти, получается... Максимально дичь, просто максимально. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Короче... Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на запад. Плывем. Ты ему доверяешь? Плывем. Не знаю. Дальше. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Наверное, не будем вступать в бои. Вообще минимально, потому что даже при том, что я... Чтобы вы понимали, я максимально просто зашел в корму. Они не хотели пойти на таран, не получилось. Просто максимальный обстрел, и я еле половину сбил. Это вообще дичь какая-то. Поэтому не вступаю в бои, просто все плывем. Все, доплыл. Хорошо. Спустя 300 лет. Нокаутируйте ассасинов и еще что-то. А, типа здесь уже ассасины, да? А, ну да, это уже ассасины. А что я не могу это завалить? А что? Не надо было убивать? Серьезно? Серьезно, ребята? Сука, и вы не могли мне об этом сказать, что ассасинов убивать не нужно? Пиздец. Пиздец. Да ну нахер. Не выдайте себя, не убивайте ассасинов. Как их здесь куча. Как это мне сделать? Интересно. Короче, бред.
Ну, будем надеяться, что они тупые, и мне это мне пронесет. Ну, а по-другому я не знаю, как это сделать. Типа, я думал, убивать можно. Зачем тогда мне подсвечивать красной зоной, что это противники? Сука. Наставник велел быть готовыми ко всему. Тамплиеры могут знать, где мы. Это все Волбол, да? Тот англичанин. Он всех нас предал, негодяй. Втерся в доверие. А кто мог знать? Он даже Атабая вокруг пальца обвел. А толку подниматься туда на гору? Блядь, зачем ты перескакиваешь? Я видел корабль. Подошел к берегу, потом ушел. Атабай велел глядеть в оба. Тамплиеры уже целый год здесь поблизости вертятся. Точно. Только тамплиеры всегда шум поднимают. А пока все тихо. Пока. Вот, в принципе, вот зачем мне сюда лезть? Зачем, сука, отсюда тупик? Блять, это тупое, просто тупое. Ну, я не понимаю, просто зачем так делать тут? Ну, хотя бы там поверху проскакивать, обманывать там. Вот, я бы еще понял бы. Куда бы это ни шло. И убивать, ну, типа, не нужно. Бред. Но по идее они не должны палить меня. Бред. Бред. Оглушить можно, да? Угу. То есть я типа могу их избивать. Окей. Ну это упрощает задачу. Наверное. Или нет? Если я пробегу туда... Ой, бля.
Хоть хорошо, что можно так, ребята. Потому что это было бы очень сложно, серьезно. Я и так понимаю, что это очень сложно. Они еще напрягают. Но сейчас надо в кусты и пробовать вырубать. Нельзя использовать клинки, окей. Когда он будет уходить, надо позвать эту тёлку и глушить ее. Плохо. Сука, я думал одну тик, ну только ее. Чуть не спалился. Ну хотя, по идее, она должна была увидеть это и поднять тревогу. Но она максимально тупая. Нет, она типа держит тревогу, она видит, что два ассасина лежат. Вот. Ну типа я их не убил, но это то же самое, потому что они не поднимаются. Если бы они там поднимались через некоторое время, типа били в тревогу, вот это было бы лучше, потому что... Ну, тебя, ты, то есть, даешь себе только дополнительные какие-то секунды на этом все. Максимально сложно, надо очень быстро подобраться и подловить момент. Как они не заметили? Интересно. Проклятье, кит! Мы уже близко. Я чувствую. Капитан Кеннелли. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Ни слова. Идем. Так, что ж, думаю, на этом все, ребята. Это было такое себе задание, точнее, прохождение, где мы большую часть поплывали и нихуя не делали. Вот, она заняла большую часть прохождения, поэтому, ну, конечно же, ну, вот так вот получилось. Вот, на этом все. Вот, в следующей части мы посмотрим, что будет дальше. Так, мы сейчас пойдем дальше. Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, кит!
Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А Табай, ассасин и мой наставник. Или дальше. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Ладно, давайте дальше, давайте. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Хватит меня поучать, Кит. Я думал, ты мой друг, а ты обманул меня. И этим я спас тебе жизнь, Эдвард. Тебя хоть... Я хотел, ребята, завершить, дальше, если честно. Нет. Это дверь, похоже. Да. Она но, должна как видимо, открываться. Дальше идет миссия, поэтому тайный механизм. Выполняем. Лебедка? Угу. Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай! Прыгай! Вау, я вообще двигаюсь. Как Маугли. Короче, очень медленно. Силы еще есть? Обругать тебя хватит! Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. А я впереди. Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. А, я понял. Только с рисунками. На полу тоже есть рисунки, но совсем другого рода. Между ними точно есть связь. Да, но да, какая? Да, да. Цвет. Я понял. Давайте опустим. Вот. И... Животные на статуях и на полу отличаются друг от друга. Видишь? Так, надо развернуть, да, чтобы опустить. Одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Непонятно. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Короче, надо по цветам расставить. Сейчас давайте сделаем это. Надо поднимать в любом случае. Вот, и правильно ставить.
Лезь по этим камням, Кенуэй. Есть идея. Да понятно дело, я уже это понял. В точку. Помоги мне, ладно? Надо, давай поднять. Загадочка несложная. Так, а теперь на синий давайте ставить. Все, опускаем, и мы, в принципе, сделали ее. Блин, да, и не скажешь, что какой-то там допотопный век. Такие загадки просто пиздец. Какие они технологии такие? Боже, это же мудрец! Но этой штуке уже сотни лет! Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен? Они налили его кровь в стеклянный сосуд. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. Что за чертовщину я там видел? Джим! Так. На этом точно все, ребята. Вот. Всем спасибо. Пока. Вот. В следующей части мы продолжим это проходить. До новых встреч на канале GameNewRules.